Чайница. Она стеклянная, между прочим, она не фарфоровая. Какая вазочка? Форма интересная у нее. И вон там тоже, видите? И вот здесь кофейные пары ФЗ по 1000 рублей. Тут далеко. А, колокольчик. Тут не поступиться. Ловишь, подумал, он управлял. Так, подошли к знакомым продавцам. Статуэтки. Для масла. Такая масленочка, да? Царская, хорошая. Да, что это я не поняла. Это, видимо, снимается. Оно... Соль и перец, но они как-то висят. Да, я хочу попробовать. А, вот, все, я вижу, да, тут есть дырочки, да. Да, очень красиво. И видите, и там виноградная лоза. Эффектно, эффектно. Такое мы еще не видели. Сейчас, если получится, спрошу цену. А подскажите, пожалуйста, сколько такой вот набор с виноградом? 2,5. 2,5? Да. Угу. Это вообще почти даром. Это вот уже Асин стол. И вот этот набор шикарный. Для соусов. Видите, здесь... Сейчас я вот эту вот уберу вазочку. На ножках. Шикарный. Крышечки родные. Так, надо мне, наверное, перчатки снимать, а то с ними вообще очень опасно, с перчатками. Глазаны, да. Просто шкатулочки, не для специй, просто шкатулочки. Но я сейчас в перчатках точно уроню, поэтому не полезу. Вот большой набор. Так, там я вижу что-то красивое. Так, курение вредно, если что. Да. Сейчас. Да. К стене. Я вижу, я вижу. Ну, сюда обычно сухоцветы, да, какие-то делают. Так-то живые цветы сюда точно не посадишь. Почему? Растения какое-то? Ну, какие-то только если суккуленты, что-то такое небольшое. Тоже расписано вручную. Классно. Да, снизу красиво. Я не вижу, где. А это кто? Лиса, белка? Да не, не похоже на белку. А клейма там не было? Случайно. Ой, тут что-то написано. Как-то, какая-то дарственная она. Видимо. Португал. Хэнд-пэнд. А, просто информация, откуда она родом. Кто что. Угу. Мне тут понравились предметы. Вот это, да. Она такого какого-то цвета. Какого она цвета? Бордо-фиолетовая такая. Глубокий оттенок. Она на ножках, и у нее хрупкая крышка. Посмотрите, тонкая хрупкая крышка. Под украшение даже, вот если такую купить, сложить сюда свои богатства, красиво будет, потому что использовать ее просто как бонбоньерку под конфетки жалко будет. Здесь еще вот это похоже на опаловое стекло. Наверняка, не знаю. Ну, такой красивый цвет. Видите, здесь градиент идет от темного к светлому. И еще вот этот вот графин. Да, стекло. Похоже, ручка и ножка на молочное. А вот здесь какие-то переливы прям идут. Космические. Очень эффектно тоже смотрится под один цветок. Необычно. И вот такая вот банка, чайница. Она стеклянная, между прочим, она не фарфоровая. Тут какой-то вот какая-то сценка, сюжет.
тоже матовое стекло, матовое золото. Сейчас спрошу про вот эту вот, мне нравится. А подскажите, а вот такая сколько? 5. Угу. 5000, такая хорошая. Бонбоньерочка. Бокалы, посмотрите, какие радужные, яркие. Такие девчачьи. Вот вижу еще один декантер. Только видите, там уже идет хрусталь и золото. А я все-таки у Виталия забрала декантер тот. А вот надо нам на обратном пути его не забыть теперь забрать. Легкая вазочка. Форма интересная у нее. И вон там тоже, видите, интересные предметы. Огромное блюдо. А вот это интересное тоже, видите. Сегодня меня преследует виноград. Какая роскошная роспись. Девочка хорошая такая. Так, холодно, холодно. Тут еще приборы. Давайте посмотрим. Ой, какие они тяжеленные. Сейчас я посмотрю, тут есть клеймо вообще. Да, 800-я проба. 800-я. Тяжелые вилки, тут их, наверное, 12 штук. А, это все из одного набора, просто без коробки. Чайные ложки. Ложки, видите? Эти побольше размером. Правильно, не знаю, как они называются. Ножи и еще вот для салата. Ну, вот мельхиор по 100 рублей. Ножи, ложки, вилки там вот. Ну, конечно, комплект сложно будет собрать. А это тоже все мельхиоровое. Как видите, оно уже комплектами по 6 штук. Тоже мельхиор. И вот здесь кофейные пары ФЗ по 1000 рублей. Угу. Вот это хороший. Вот видите, просьба руками не трогать, поэтому не буду трогать. Вот это интересное с ягодками, с ежевичкой. И у нее отличается, конечно же, чашечка. Такая, видите, прям как кружевная. Нет, не кружевная, просто такая волнистая. Кант здесь. Вот она, мне кажется, выделяется среди всех остальных. Такая она еще волнистая, сама форма чашечки. Книг очень много. Но не буду на них заострять внимание, потому что каждый ищет свою книгу. Но они в районе 50-100 рублей обычно стоят. Самовары. Самовар 8000. Приборы. Мельхиор. Такие маленькие чайные ложки. Но сегодня такой экспресс обзор будет. Угу. О, ручки дверные, мощные, конечно, тяжелые, да, неподъемные. Да, много металлических предметов, конечно. Китти. Я сниму, может, кому-то понравится. А сколько вы сказали, она пара стоит? 4000. Такая пара. Херент, ну, только видите, отличается цветочек. На чашке розовый, а на блюдце оранжевый. Ну, если для себя. А тут вообще хороший объем. 200 миллилитров, да, тут? 250 даже. Кто давно хотел Херент, можете приобрести. Креманки зеленые. Тут далеко. А, колокольчик. А тут не поступиться. Тут много. А такой сколько? 3000 прошу. Это Чехия? Нет? Не думаю, может и Германия будет. Угу.
А это что за ёж? Это масленка? Масленка ёж, да. Гжель, 58 год. Гжель, 58 год. А сколько? 2000. Ну-ка, смотри. Хватит его. Что, сейчас упаду? Осторожно. Да, осторожно. О, смотри, какой Гжель. 1958. А, там, да, прям год написан. Старый. Да, хороший ёж. Масленый ёж. Фидли ёж. Пепельница клозаны, малахитовая шкатулка. А малахитовая шкатулка сколько? 3500. Это малахитовое стекло, да? Как да. Правильно называется? Угу. Чайница. Ёрш. А может быть рыбу ёрш принести? И рыбу ёрш? Угу. Ну принеси же, что мы проводим. А вот... Иконы у вас. А вот сюда его поставим. Почем? Иконы. Это недорогие иконы. 3500, 3500, 5. 3500, 3500. Угу. Ну это под реставрацию, да, большая? Ну да. Угу. Франция это, да? Халай. Французский какой-то. Я вроде. Да, клеймо французское. А там еще по отдельности их портреты. Да, можно отдельно, можно вместе. Угу. 6000. 6000 за 3? Ведь здесь на тарелке такой совместный портрет, а здесь по отдельности. Сейчас придет. А здесь вот сверху над портретом Москва 1886 год, потом Париж 93 год и Тулуза, да, 93 год. В общем, какому-то мероприятию, я думаю, это было посвящено. Да, а тут вот клеймо, вот если приклеится Саргемин, а вот сверху еще что-то вот дорисовано. Люкс или что-то еще написано? Вот не знаю, что не сверху понять. Еще написано. Может быть, ручная роспись, нет? Нет, не похоже. Не знаю. Но вообще хорошие. Тарелки целые. Не помню, я сказала или нет, 6 тысяч мне сказали за 3 тарелки. Но вообще это хорошая цена. За 3 тарелки. Что-то еще интересного. Так, тут люк главный. Не провалиться под люк. Ну вот Вадим говорит, что он на зимовку уезжает, так что... Если что-то интересное, лучше брать сейчас. Потому что потом он вернется только весной. Дулёв, 59-й год, сирень. Суповые тарелки. Еще приборы хочу посмотреть. Так, тут видите, какой... Ситуация ей неудобная. Не ржавейка. Но мне нравится. Красивый. В коробочке 6 ложек, 6 ножей, 6 вилок. И ложки, видите, есть десертные, а есть чайные. Ой, сколько солдатиков. А это что такое? Какая-то... Что это такое? Что это? Что это? Какая-то печь старая. Ржавая, конечно, вся, но ее надо чистить. Samsung. Я у вас, брат, ушел. Да, с Олимпиадой. Что-то под рамочкой. Ой, это чехол для помады. Губной. Открываешь и туда кладешь помаду. Ну, вот одной рукой неудобно открыть. Ленина, Сталина нету? Помните? Да. Ну не хочешь победы. Ловишь, подумал, он отправил. Так, подошли к знакомым продавцам. Посмотрим, что тут интересного есть. А вот вазы, парни, синие. Знаю, что многие любят синий цвет. Эти такие глубокие они. Ну, точнее, глубокий синий цвет. Парные вазы. Вот эта ваза тоже интересная.
далеко стоит. Все стекло дорогое, выбирайте СТП, выбирайте. Да, почему? Все дорогое наверх. Да. Теперь здесь будет только вот. Вот что здесь теперь. А, здесь хотят вот так, вот просто так, одежда. Это печально. Ну, как бы такие вопросы им задавать бесполезно. Вот такое указание начальства. Друзья, надо бунт. Но тут мало объясняет, да. Нам дают руководящие ЦУ, поэтому... Жалко. Друзья, надо устраивать бунт. Последние выходные так торгуете. Ничего себе. На следующие или наверх, или торгуете другим товаром. Здесь что не месяц, то новые да. Литра. Кошмар, товар вообще не дают, не дают. Ворота чинили вчера второй день, чтобы заехать. Но там же вот центрально, там же провалилась ливневка. Вход перекрыли, да. А эти у них не открывалось. Так что, друзья, надо торопиться. Здесь, знаете, как вчера гигантский за товаром. Вот автобус и свадьба. Да, разочаровывает нас, конечно, Измайлова. Дают они жару людям. Глупость на глупости и глупостью погоняет. То есть вот объяснить разумно, зачем это делается, но логику действий не работает. Да уж. Причем интересно, что люди же платят за аренду, какая разница? Да уж. А вот эти вот парные вазы у вас почем? Синий. По 1500. А вот такая конфетница? 600. А вазочка? 1200. Хорошие цены. Друзья, не сидите дома, приезжайте на рынок, пока есть возможность все приобрести. Это лошадь хорошая, золото. Тяжелая такая. А, это ЛФЗ. Красивая. А сколько такая лошадь? 1200? Ничего себе. Такая красотка. Угу. Да. А вот эти... птички, смотрите, какие целуются, хорошие. И вот это... Что за собака? Французский бульдог? Дим, да? Французский это бульдог? Ага, тоже ЛФЗ, да? Да, ага. А такая сколько? Полторы прошу. Ну, она за 1300 отдала. Угу. Смотрите, какая огромная собака. Всего 1500. Тяжелая, большая. Кто коллекционирует собак? Да, будем надеяться на лучшие. Да не за что. О, это для коктейлей. Шейкер, да-да-да. Хрустальный. Классный. Для коктейлей. А, вот подсвечник еще хороший. Видите, у него справа есть такой как регулятор. В общем, сюда вставляете свечку. И она потом, когда у вас она догорает до конца, можно ее поднять и очистить вот этот нагар. И еще вот это вот веселое для меда, видимо. Такая вот штучка. Ну, я так думаю, что она для меда, потому что по форме она очень напоминает мед. Так, а еще для сыра я вижу интересный предмет. Интересно, это мрамор или это под мрамор? Немецкая коробочка там, да. Вы просто видите, дотянуться тяжело, потому что здесь вот я потянусь, если она кажется тяжелым, то я разобью чашки. Поэтому ближе пока не могу посмотреть. Вот. Интересно. А это мрамор? Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Да, здрасте. Это мрамор? Ну да, это вот карат мрамор, это сырорезка. Ага. Такая.
Да, просто я дотянуться не могу. Пока достать вам? Ну, интересно вообще, да. Сколько она стоит? Ну, за 1500 отдаю. Ага, за 1500. Она новая абсолютно там в упаковке. Ну да, вот в коробке. Тут вот запасные эти струны. Ой, да, прям вообще новенькая-новенькая. Тяжелая, да? Ух ты. Так, сейчас я обратно поставлю. Угу, спасибо. А вот такой шейкер сколько? Шейкер за 1200. Угу. У него тут немножко вот это внутри треснуто. А, ну, треснуто, ну да. Это стекло, да? Нет, это пластик. Нет, а вот сама она. А, сама хрусталь. Сама хрусталь. Она сама целая, вот просто вот это угу. Вот. Это, как говорится, на скорость не влияет, ни на что не влияет. Ну да, 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 да. В случае ее можно заменить. Но они отдельно, я думаю, продаются, конечно, да. Сейчас. Ага. Ой, вот этот еще набор хороший. А, ну это, наверное, по отдельности, да, продается? Вот это. Вообще хочу комплектом за 3000 комплект. Ага. А комплект это что? Вот поднос и три предмета, подсвечник и такие как бонбоньерки. Стеклянные, видите? Красиво смотрится. Подсвечник интересный. Там, видите, как будто бы бабочки по бокам. С цветами. Хороший наборчик. Вода сколько? 1000. Шелкография. А вас наверх, да, выселяют? Ну, я буду тут оставаться. Будете тут до последнего? Хорошо. Спасибо. Там рамы. А, это подчасники. Подчасники. Канделябр. Для меня книжку. Высшая математика. Дима, ты что, намек, что я плохо знаю математику? Мне не нужна уже математика. Уже поздно. Гравюры, книг много. Поиск книг на заказ, кстати. Картина, да. Ну да, 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 у нее. Бульонные пары, интересные, советские. Ну так холодно, мы будем ускоряться. Заболеть мне прям совсем не хочется. Куклы, куклы. Ой, да. Советские, советские. Pink Floyd. Советские чайники, сахарницы. Обычно их докупают, кому не хватает десертвиза или кто разбил. Спокойно можно вообще найти от советского и крышку, и сахарницу, что хочешь. Статуэтки. Можно посмотреть? А вы за сколько хотите? Я позвоню. Видишь, такая... А, Дмитрий, дама, без мужчин. Ага. 2500, да? Даже за троих. Если можно, один. Смотрите, какой орел. Кто-то спрашивал меня про куклу а-ля Барби. На барахолке можно найти. Есть они. И янтарь есть. А чего она стоит вот эта? Так. Интересный сервис. Может, Хочен Ройтер? Нет, Кала. Немецкая фирма. А графинчик сколько стоит? Все, целый сервиз. Сахарница. А, нет, не целый сервиз. Три тройки всего. На тарелке все вроде. Масленка есть зато. А графин синий? В какой цене? Графин синий 3,5. Ага. Олимпийский мишка, смотрите. Резиновый. Ой, вот такие бокалы хорошие. А такие сколько? Почем? По 1000. Это Чехия? А, советские, думаете?
По 1000. Смотрите, объем хороший. Под шампанское. Слушай, покажите вот этот подстаканник. Не могу я, да. Посмотри. Что это такое? Там вон какая еще. Какой? Вот этот вот. И желтая ваза хорошая. Мне надо посмотреть.